Он не боится работы, он боится ее отсутствия. Сегодня Геннадий Семенович Гун, заслуженный деятель науки и работник культуры, почетный металлург, принимает поздравления с 75-летием. С неутомимым трудоголиком встретилась Ксения Перчаткина. Я еще молодость, я решил еще пожить. Потому что такое 75 лет? Только сейчас начинаешь понимать, что можно что-то сделать. Например, вновь сесть за фортепиано. Редчайшие кадры Геннадий Семенович не прикасался к клавишам уже несколько лет. А ведь под звуки этого инструмента прошла часть его жизни. Вторая специальность юбиляра – хоровой дирижер. Музыкальную науку он изучал одновременно с техническими дисциплинами. Он же основатель и руководитель камерного оркестра, тогда еще Магнитогорского института. Под музыку строилась и научная карьера Геннадия Гуна. Работы ученого по теории и практике обработки металлов давлением известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Под его научным руководством и при его личном участии разработаны эффективные процессы, которые улучшили металлургическое и машиностроительное производство. Что больше всего объединяет, наверное, это творчество и там, и там. Потому что если творец, то это хоть в науке, хоть в музыке. Если человек творческий, то он находит какие-то там высокие материи. Увлеченный и влюбленный в науку, Геннадий Семенович считает, что гордиться можно только конкретными результатами, а их у него не перечесть. Но при этом главным своим достижением заслуженный деятель науки и работник культуры РСФСР, почетный металлург России, считает отнюдь ненаучные успехи. У меня есть чем гордиться, потому что я создал хорошую семью, хороших детей, хороших внуков. Это, я считаю, вот, может быть, главное достояние. Хороший коллектив на кафедре. В свои 75 Геннадий Семенович не может до сих пор справиться только с одной задачей – перебороть страх выходных. Трудоголизм в его случае неизлечим. Хочу любви. Ну, не хочу заканчивать с работы. Боюсь страшно, не буду скрывать, что вот если когда-то все равно настанет время, физиология и возраст, когда придется уходить с работы, это для меня все. Работа и семья – это два кита. А они держат надежно. Ксения Перчаткина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск.